Вы знаете, по этому поводу много анекдотов, но я хочу сказать, что Земля круглая, и человек совершенно не владелец Вселенной. Что нужно понимать, что мы очень маленькая песчинка в мироздании огромного, в огромной Вселенной. Поэтому нужно дорожить друг другом, беречь друг друга, меньше ссориться и меньше воевать. И хотя бы сохранить те наши, то наше время, которое нам Господь как бы подарил. Вот этим надо дорожить. А вот это метеорит случайность, но, слава Богу, Земля противостояла, она еще как-то пытается этого человека защитить от проблем Вселенной. И если он это не оценивает, то, в конце концов, она себя сама взорвет и скажет, ну, хорошо, пусть будет так, как вы хотите. Напросились.